Россияне не очень понимают, где располагается Сирия, однако некоторые готовы отправить на войну своих детей. Российское оппозиционное издание «Грани ТВ» провело опрос жителей подмосковного города Одинцово. Интересовались их отношением к поддержке Путиным режима Башара Асада и к российскому вмешательству в Сирии. Кроме того, россиян просили показать Сирию на карте мира и ответить на вопрос, готовы ли они отправить туда воевать своих детей. Как вы к ней относитесь? Я позитивно отношусь. Как я оцениваю поступки Путина? Да, да. Отлично, нормально, молодец. Поддержу. Не знаю, что за наш. Мне нравится политика Путина, мне нравятся его какие-то вот военные действия. То, что делает Путин, это все прекрасно. Войска России вошли. Почему-то сразу этот самый Буш предложил на переговоры, да? Буш? Да. Сирию на карте сможете показать? Сирию на дацию? На карте, да. Сирию на карте? Не, я, наверное, не покажу, потому что в карте вообще плоховато. По географии слишком было три. Где-то в этой стране, да, получается? Ну, да, где Сирия? Я так плохо вижу сейчас без очков. Я знаю свою Россию, как бы мне Россия больше нужна, чем она становится. Прямая польза России есть. Конечно, прямая польза идет, потому что мы же будем там, главные будем же, правильно же? Пользы нет, наоборот. Это ущерб.